День Святого Валентина отмечают те, кто любит и любим, и те, кому просто хочется что-нибудь отметить. В каждой стране есть свои традиции и особенности. Ну а мы сделали небольшой опрос жителей, как они отмечают этот день. 14 февраля, ну это, я считаю, такой семейный праздник. Нужно быть вместе, рядом, сделать друг другу какие-то небольшие приятности, провести дома, пообщаться, без телевизора, без фильма. Просто обсудить какие-то вещи, возможно, зажечь свечи и приятно провести время вдвоем. Да никак. Никак? Угу. Половинка-то есть у вас? Есть. И вы не отмечаете этот праздник? Да нет. Почему? Не знаю, что-то как-то не привиделось. Нет. Ужин устроим при свечах тогда. День влюбленных. Вы его отмечаете? Иногда. А завтра будете? Обязательно. Возможно. Ну ничего не могу сказать, а завтра работа. А там как день сложится, обязательно. Есть половинка? Обязательно, конечно. У меня даже ребенок есть. Все как полагается, все хорошо. Значит, все равно потом будете отмечать, да? Скорее всего, да. Ну, как день покажет. Нет. Почему? Ну, потому что у меня нет девушки. А валентинку какой-нибудь девочки, одноклассницы будешь? Нет. День влюбленных, да? Всех. Отмечаете его? Ну, посмотрим. Дети отмечают. Да. Да. А как? Дарим друг другу валентинки. Половинки есть у вас? Кому вы дарите валентинки? Подружкам. Подружкам? А мальчикам? Ну, мальчикам не особо. Да. Нет. Почему? Ну, а зачем? Нет. Почему? Ну, не с кем. Было бы с кем. Нет, не с кем? Нет. Ну, может, какая-нибудь тайная есть, валентинку хотят подарить. Ой, только по почте отправлять, если. По почте? Да. Ну, туда далеко. Софийска. 14 февраля отмечаете? Нет. 14 февраля отмечаете? Нет. Отмечаете? Нет. Почему? Работаем, потому что. Работаете? Да. Только это причина? Потому что работаете? Да. Вторая половинка есть? Конечно. Дарья Полякова, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.